Приветики, мальчики! В Международный женский день выходит новый фильм, который называется «Кабрини». Став свидетельницей болезни и нищеты в трущобах Нью-Йорка, иммигрантка из Италии Франческа Кабрини отправляется в смелое путешествие, чтобы убедить враждебно настроенного мэра предоставить жилье и медицинскую помощь сотням детей-сирот. Это новый американский драматический фильм «Биография». Давайте смотреть его трейлер. Откройте свои глаза. Это Америка. Величайшая нация на Земле. Здесь крыши, здесь крысы живут лучше, чем итальянские дети. Если мы хотим построить империю надежды, мы должны сначала завоевать Нью-Йорк. Нью-Йорку угрожает волна коричневой нечисти. Они просто прибывают, мы должны их выгнать. Мы должны показать Америке, что все мы достойные люди. Я хочу построить приют и подарить детям любовь, в которой они нуждаются. Если вы спрашиваете моего разрешения, то нет. Моя миссия только начинается. Это прекрасное место для жизни. Теперь нам нужно почувствовать это вместе с детьми. Будьте осторожны, здесь сложно выжить. Вы арестованы. Мы сделаем так, что Папа Римский не сможет вас защитить. Вы должны научиться смотреть в лицо своим страхам. Кем вы себя возомнили? Я женщина. Я итальянка. Мы все одинаковые. Все люди — живые существа и дети Божьи. Мне кажется, что вы мне угрожаете, монахиня. Большинство из этих итальянцев уже считают себя американцами. У вас ведь скоро выборы, не так ли? А я-то думал, вы новичок в этом деле. Неплохо. Кабрини. В одиночку, жестом любви, она вошла в женскую историю 8 марта. Она так много сделала за свою жизнь. Она строила больницы, школы для бедных. Она многого добилась сама. Очень жаль, что мы ничего о ней не знаем. И я счастлива, что фильм рассказывает о ней. Кабрини выходит 8 марта. Этот фильм стоит вашего внимания. Такой вот трейлер. Интересный биографический фильм, который рассказывает про женщину, которая боролась не только за свои права, но и за права бедных детей, бедных людей, сирот и вообще обездоленных. Интересный фильм про людей и про их взаимоотношения в обществе. Я такие фильмы люблю, и, кстати, про Кабрини я никогда ничего не слышал, поэтому будет интересно посмотреть эту драматическую биографию про женщину, которая добилась. Это был Антивирус. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за мои бока.